Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас такой позитивный ролик. Ездила в Санкт-Петербург к дочке Маше. Машу вы все, кто с нами, давно знаете, да? Я неоднократно рассказывала историю моего пути волонтерства благодаря именно своей Маше, которая привела мне любовь к собакам. Я всегда говорю, я была кошатницей, но вот Маша у меня с детства любила всех. И даже сейчас в Санкт-Петербурге уже вот 2 года они курируют 3 собачек. Мама и ее сынок. Мама метиска что-то с алабаем. Ее сынок и собака Черныш. Черныш, кстати, с биркой. Ой, не с биркой, простите, а с адресником. Но, как сказали, они выясняли, хозяйка от него отказалась, к сожалению. Вот. Единственное, что была бы моя просьба, допустим, к вам, собаки все не кастрированные и не стерилизованные. Хотелось бы очень помочь Маше собрать финансовые средства и на стерилизацию, на кастрацию. К сожалению, приюты Санкт-Петербурга им отказали. И вот 2 года Маша плюс женщина здесь, Люция, все содержащие животных, любящие животных. Люции тоже все с приюта. И собаки, и кролики. Хотелось бы помочь девчонкам собрать денежек на стерилизацию. И еще одна такая очень хорошая новость. Все помните нашего щенка Мерсика, которого я нашла в морозы на тропиках своих братьев. Вот, он удачно нашел семью в лице, опять же, моей Машеньки. Маша в СПБ живет со своей собакой Беллой. Я почему ездила, потому что у нас проблемы у Беллы со здоровьем, и мне пришлось ехать, потому что спасаю всех, а до своих всегда времени нету. И проблемы у нас у собаки большие, но мы сильные, мы справимся. Беллу, если вы помните все, то тоже 2 года назад, когда мы выхаживали маленьких щенков новорожденных, Белла их очень полюбила и помогала нам их выхаживать. Вот, была как мамочка для них. В общем, такая моя большая дружная семья. Смотрим ролик и ждем вашей помощи финансовой на стерилизацию и кастрацию 3 собачек. С большим уважением к вам, Наталья и Мария. Все, теперь это питерский парень. Парень питерский, да? Ты теперь питерский парень? У него есть сестренка Белла. Белла, он играет с Ником. Я сначала не знала, брать его или нет, но как такого миленького не взять себе. Теперь Мерсик дома. Все, в семье.